поздравления ко Дню Республики, медали и грамоты вручают учителям, врачам, спортсменам, рабочим. Лучших в своем деле чествовали в Каменке и Слободе. Как это было, рассказываем. В Слободе, в зале госадминистрации, десятки горожан и жителей района. Повод встречи праздничный. В канун Дня Республики награды для лучших. Галина Матвеева из Паркан. Она любит вышивать, вязать, готовит выставки в родном селе. Работает библиотекарем. Мне сегодня было очень приятно, потому что я получила за заслуги перед обществом нагрудный знак. Но у меня стаж уже 49 лет, вот будет 50 лет. Но я не все время в детстве работала в библиотеке. Я 30 лет проработала в детском саду. А вот эти 20 лет я уже работаю в библиотеке. Поэтому я хочу всем пожелать мира, добра. Пусть наши детки будут счастливыми, везучими. Пусть они читают, пусть будут грамотными. Пусть будет мир на всей земле и на нашей земле тоже. Награду получил и Игорь Бааги. Он уже 20 лет организовывает забеги, дуатлоны и триатлоны. При этом успевает работать и как депутат районного совета. Я не ожидал вообще медали. Думал, будет благодарность или это просто действительно какая-то сессия. Вообще ни о чем не сказали, не предупредили. Спасибо огромное. И я думаю, это за активную позицию вообще в спортивной деятельности, развитие любительского спорта, развитие здорового образа жизни и, конечно, наверное, депутатской своей деятельности. С праздником, дорогие приднестровцы! А это Каменка. Лучших награждали накануне. На праздник шли вместе с семьями. Тут и Виктор Накул. Ему вручили нагрудный знак за оборону Приднестровья. В 90-х он работал в Каменском военкомате. Вспоминает случай, как в Дубосарах почти напоролись на мину. Я говорю, Тимоша, левее бери, пожалуйста. Вот так и мы спасли. Я со всех людей спал. Хочется мира, спокойствия. Потому что эти люди, кто не видел войны, им как бы кажется, что это в компьютерные игры играют. Постреляли и разошлись. Нет, это очень страшно. Еще в Каменке наградили учителей, врачей и водителей. Был и концерт. Выступил местный коллектив «Хрустовчанка».